Добрый день, меня зовут Катя Маркус, и я занимаюсь изготовлением шарфов и шапок по собственному дизайну. Уже около 8 лет в Германии. Сегодня я хотела бы поделиться своим отзывом о книге Ильи Пономаренко «5 шагов к созданию пассивного дохода в Германии с нуля». Признаться, вначале я думала, что это немножко не про мою сферу, потому что моя сфера все-таки достаточно творческая, но тем не менее я более чем довольна, что прочитала эту книгу. Скажу почему. Илья в своей книге описывает именно способы создания дополнительного источника дохода, который ты создал один раз, и потом он на тебя работает практически автономно. То есть ты не занимаешься постоянными какими-то действиями и не тратишь так много времени. Один раз создал, и затем, так сказать, пожираешь плоды. Еще что мне очень понравилось в книге, она, знаете, написана простым языком, и кажется, что, читая ее, что ты беседуешь с другом, который вот действительно компетентен, который знает что-то в своей сфере, а не какая-то книга, которая написана гуру менеджмента, но при этом ты понимаешь, что либо ты не понимаешь половины, либо это все идет настолько масштабно, что тебе до этого не добраться. Что в книге просто потрясающе? Это то, что Илья не просто рассказывает про то, что вы можете сделать, а вот как мне очень нравится, он приводит прям пошагово, прям по пунктам. Приводит ссылки, приводит какие-то статьи, приводит площадки, на которых все можно сделать. То есть тебе не нужно, вот прочел, о, вроде интересная идея, но где бы там найти информацию об этом? Он именно прям пошагово рассказывает, зашли туда, нажали то, вбили в поисковике. Чем книга была очень полезна именно для меня, помимо того, что я занимаюсь изготовлением вещей, я еще и преподаю, то есть и в Германии даю воркшопы, и в Россию летаю, даю мастер-классы. Помимо мастер-классов я всегда даю своим ученикам лекции. Идея, например, написания книги, она у меня была, но мне казалось это все каким-то безумно сложным, да, то есть это нужно, так называемая верстка нужна, нужно все это красиво оформить, нужно найти где-то иллюстраторов для обложки, скомпоновать все правильно. И, то есть материал я вроде как в голове имею и могу его изложить, но я не могла понять, как мне это все довести до конечного результата, то есть до книги. Как раз одним из способов, которые рассказывает Илья о создании пассивного дохода, это именно написание книг и продажи их через интернет. То есть не физическая книга, которую нужно печатать, а искать издательство, это все достаточно финансово затратно. Он рассказывает именно про так называемые интернет-книги, которые можно продавать в виртуальном формате. Так вот, касаемо книги, все оказалось значительно легче, чем я думала. Илья в своей книге как раз рассказывает про то, где найти иллюстраторов, какие площадки нужны для того, чтобы найти фрилансера, который обработал тебе и скомпоновал весь материал в книгу. То есть то, что я думала, является каким-то очень сложным и несбыточным, Илья разложил полностью по пунктам. Более того, я написала ему еще и лично, и он в своей консультации очень подробно мне рассказал даже про какие-то финансовые аспекты, сколько это будет стоить, рассказал еще какую-то дополнительную информацию. И именно, знаете, не то, что общее, да, а то, что вот у меня был вопрос, а вот этот момент нужно сделать так или так, он говорит, лучше вот так, потому-то. Что бы я хотела, наверное, резюмировать? Если у вас есть какие-то идеи, но вы не знаете, как их реализовать, именно теряясь в большом потоке информации и не понимая конкретики собственных действий, чтобы прийти от вашего желания до конечного пункта, почитайте, пообщайтесь с Ильей, реально поможет.